Хорошо. Ладно. Синдра изи босс. Ну вы дойдите до синдры сначала. Пока что ждем. Ну, кто хочет перекурить. Ну, там и чинить должны были. Починили ли синдру или нет? Возьмите. До встречи. А, перебрось меня и Шансунга в восьмую пати, чтобы у людей в хилботе и прочем нормально мы отображали. Вернее, не отображали. А может я участвую и включена восьмая пати? Может я люблю восьмую пати? Ну как хочешь. Не, ну так-то я тоже могу три отключить с третьей по восьмую, но все равно. Что за дерзкий хил у вас в пати, я не понял. Так, шаровары, підтягнув, будь ласка, та хиль. Так, я окно свернул, погнал на саппортинг, шел в голос, сидим, все слышу. Хочу орган. Он тут хреново работает. То есть? Типа он почти не прокает от ударов. У Шреддера есть, мы ему выбивали. Пока тебя там лупит толпа мобов, он может прокнуть 2-3 раза. Все, я пришел, Арча. Пуляем трэш. Лапку дайте. Ребята, кто-то есть фласочка на СПД, куплю это приз. А дали уже или нет? Прокил бара. Прожался. А что, кто-то ловушку активировал или он сам активировал? Активировал. Ну, я пробежал вперед, активировал. Просьба, кто перерягал на своем мобу, не убегайте далеко. Ты не сдохни там. Это кто сдох? ДК. Не встаем, бежим, заходим, бежим.
А банку дали ДЦ или нет? Не, не дали еще. Сейчас через ГБ положу. А мне положишь? Куда тебе положить? Вдруг за банк. Скифон, у меня нет банок на кота, у меня с собой есть банки, я стою на ЦЛК, я сейчас положу просто, и все, и орхидея выдаст мне. Заберет просто из КБ и все. Блять, ловушка. Хотя, дай мне 300 холст, а инок, пожалуйста. В конце концов, все вы будете слушать мне. Роме, орёшь на... Или ты будешь забивать. Бля, меня запутали. Разбейте кока. Фауст, тебе бутылки нужны были? Да. Нужно будет еще страж. Так, пошел. Не за что. Ядрен батон, люди, ну вы че, что значит и мне тоже дай? Алло. Вы вообще без ничего пошли. Вы без трусов еще пошли, блядь. Я ему с собственного кармана там через сову передал. Большое тебе огромное спасибо. Да не за что, просто чайки поналетели. Знакомо. Я ему куршун даже сказал. Сори за автоп, Фрейди. Все. А может, это вы выезжаете?
хлопнули капли. А где флот? Ну чё, ну ты что такое? Ну и чё? Фух, я тут. Чё, идём на плоти? Ну, конечно. Какая тема? Шо? Рыбу поставьте, есть кого? А, он, наверное. Шо, дам тебе рыбу. Это на фул. Это РТ, значит, на фул.
Поставили рыбу, берем рыбу. Фулл ребафы раздали. Каски обновили. Нерчайное присутствие. Ой, это у тебя фласки есть или тебе дать? Есть. Потом поменяем, по сути, дело потом. Код твой спокойно потянет, если ты умеешь им играть. Аур, какую я посмотрю? Льда поставь. Приоритет является третья аура. На каждых боссах меняешь просто. Зависит от саппортов, которые... Когда один по один, всегда третья аура. Ну, не знаю, если им легче так будет прохилить, это так. Под форестом. Так, давай третья аура. Фласки выбиваем, арчо на пул. Геру с пула. Ля-ля-ля, тополя. В лужах не стоим. Шип слили. Шип слили. ДК мне вообще нихера не уменьшает доверие. Шип слили. Один ромик тут не затащит, это явно. Ну если чё, банан, можешь зайти на хила, а я на фурик. Чего-чего? Уже заходить? Не пока. Шип слили. Выхарь в лужах не стоит. Ну как бы можно почистить людям, боссов поубивать, хотя бы шмот позабирать. 6 боссов-то точно. Шип слили. Чё, будет третий выход, не будет? Там, походу, замены было делать. Так, шип слили. Шип.
квадрит, ты меня в куклу хочешь посадить? Я могу в куклу, я люблю в куклу сидеть. Добили, босс. Шип, вообще не помню. У, шейка. Ролим, ролим в приоритете нужность. Ну, шея, если танком нет, то я не буду. Мне надо, да. Нужна? Все то. Громи хотел меня вкрасть, да? Такс. Ой, что там по мобам? Кто кого бьет? Каждый раз забываю нахуй. Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Вот это ты зря сделал. О, рейд сломался, он стянул, да, зря. Типа я не могу вас двоих хилить большой одновременно. Ой, надо понемножку брать. Понимаете, что самое сложное в этом ёбаном? Это... Так что там, не заходить, не заходить, что вы говорили? Что-то я не понял, это у меня сейчас лагало или у всех? У меня тоже лагало. Голосовая связь плохая пишет. Красная. О, тоже красным сейчас, дайте перейду. Она у всех, видимо, так. Короче, мобы есть с маной, есть без маны. С маной, которые кастуют. Которые без маны, они с зелеными топорами. С зелеными топорами ведут наверх, милики их бьют сбоку, которые с маной, они стоят внизу ступени. Вот держи, которые с маной, я буду без маны бежать. Я пока не могу использовать способность. Thank you.
сейчас. Надо подождать. Эту способность. Не заводите в лестницу. Как бы хелить рейд надо, алло. Я не вижу циклов каких-то. Алло. Че, уснули что ли? Thank you.
смеете ступать в эти священные покои! Это место станет вашей могилой! Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина! Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина! Thank you.
орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота усмирителя, занять позицию. Надо подождать. Thank you.
БР Фауст. Танк, отверни пилот Рейдер. Я не знаю, нахера Войд держит его в рейд. Войд. Какой рейд? Вон все РДшники хилы стоят. Так зайдите за спину. Иннер по шаману. Бать, он жирный, нахуй. Идем за МКС. Я говорил от самого начала рейда, берите квест. Кстати, суммоните меня на профа, не смешно. Это кто? Что? Зачем суммонить? На профа квест. Я из квеста на профа. Перед профом возьмешь. Так мы же давай сначала идем. Зачем суммонить? Есть у кого хас... это ювелирка? Тут нету. Бля, боешка, давай. Ага, есть, блядь. Хотя бы такая. Сколько этот поезд стоит? Хуйню, не? Не ошибаюсь, косарят где-то два. Че, самолёты? Нет. Это кто говорит? Шаман. Возьмешь перед этим, перед профом. Какая разница? Это то бежать дальше. Там трэша еще будет много, сейчас босс. Мы не будем ждать каждый раз по полчаса. Но там будет перекур перед профом. Лучше после. А у нас лока нету, я в смысле, что все равно бежать надо будет вниз. Ну ты бежишь потом, ну ё-моё, ну шейпер. А куда он собрался бежать? Телка за квестом на проф. Да успеет еще. Ты на том корабле или на этом? Давай на том. Давай. Сезали ранс. Орхидея, где ты? Есть тут, хорошо. Арча на пол. А мне хилом туда летать? Нет, тут. А, кто в пушке? Кто в пушку? Ну вон орхидея возле пушки стоит, её с... Могу я в другую сторону. Шипешник, ты в дискорде? Да. Подожди, какой именно? Тут один ШП. Пройдёшь. Первый раз прыгаем, трэш сзади не объем, да? Пушки должны его убивать. Если не будете успевать, будет в берсе, тогда милики добивает, а потом обратно. Понял. А ну, щиток упадет, нет, нет, да, да, нет. Готовимся заморозка, танк прыгнул. ЧДБМ неправильно пошли. Прыгнули, убили. Шип, ты тоже прыгаешь или нет? Вернулись обратно. Набиваем трэш на нашем корабле. Сейчас будет новый.
Ретрик, который Илья, ты тут? Да, я здесь. А чё ты возле Мурадина бегаешь? Он кливом бьет, если чё. Или ты нормально все, да? У меня все нормально. Баба прожмет. Нет, не бегать возле Мурадина, он кливает. Если пролетаете, пролетайте с левой стороны. Они где танк держат Мурадина. Прилетели, убили. Убейте моба, они просто хилов крошат. Да, ребята, ну это как-то пиздец печально. Что такое? Да меня просто всекли, блядь, за секунду в 22 тысячи. Убили мобов. Я просто себя большой хилю зажимаю. Вот, смотрите, шамана тоже нахуй покосили, он не успел себя. Я не знаю, у вас просто в пушках ШП и сова, это 2 РДД в рейде, больше нет РДД. Сейчас вайп будет. А это первый рубин? Бля, вайп? Это первый рыжий. Я еще не вайп пошел на кораблях. Я тоже. А кстати, этот, Вар, ты шаришь, как лед снимать с пушек? Поле поводил. Это уже у нас исправлено. Просто, ну, объясни. Ну, я туда пал сейчас. Очевидные вещи. Вот орхидея и ШП до того. Вот вы смотрите, вы их в пушки посадили. Сейчас садите милика. Мы их не посадили сами. Так вот не надо садиться, когда 2 РДД. Кто будет ружейников бить? Хил сдох. Чем вы думаете? Паладина сади и ДКшника. Скифона. Ну или скифона. Сова, ШП бьют ружейников, убивают их сразу, их там 3 или 4 стоит. Их надо убивать. До скорой встречи. Вы когда в рейд идете, смотрите хотя бы, какой у вас рейд получился. А то еще и хилов бы сейчас в пушку запустили. А че так нельзя? Ну давай я в пушку пойду, нормально будет. РДДшники, бьем ближних мобов. А рейд ставишь? Не знаю, зачем. Нет. Не спрашивай. На сурке поставим. Он не дал, чтобы ставил. На сурке поставим, все. Я не слышу. Все на корабле? Дали бафы. Скифон, ману, отпейся. Шаман, Фаус, шо с вами? Так, по мане все фул запускаю. Ретрик на пушке, батл ДК, возьми этот, прыгать. Рюкзак есть? Есть. А вы походу без войда запустили. Что без войда? А где войда? Войда не вижу. Войд тут. Просто с небес упал. Войд десантник. Я как-то десантировался. Тут прикольно работает, когда летишь с большого расстояния и чарж успеваешь прожимать до падения, то дамаг не получаешь. РДДшники, бьем мобов, не забывай. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Арте тут делать нечего! Пехота, сержанты! Ружейника левого вообще не бьете. Почему нет по нему дамага? РДДшник. Ну да, мне нравится.
Ни одной дотки не висит. Ну вообще-то сова справа влилась и слила его практически в соло, ну ничего страшного. Дудки на всех старайся кидать. Мелики остались, убили дальние хружения. Чего так долго бьете? Долго, потому что ШП и сова тоже должны перелетать и бить мага. Так, для справочки вам. Не должен один милик там стоять и корячиться. Весь рейд прыгнули, все люди перелетают. Добили и прыгнули. Я не знаю, как, откуда вы взялись такие. Прист, сова, у вас есть ранцы? Да, все есть, прыгнули уже. Вот, следующий маг, чтобы как появился маг, как я перелетел, и вы прилетели. Если бьете мага, это приоритетная цель. Вы не думайте, что за вас один Роми сделает все. Весь рейд должен играть, а не один человек. У него чешка, он должен. Хорош. Мага прыгнули, убили все РДДшники. И милики тоже. Даже те, кто в пушках сидят, имейте ранность, блядь, прыгайте тоже. Большой вырос. Милики добили, блядь. Моба дальний вооруженник. Вернулись на корабль. Пушки стреляйте не в бок, нахуй, а стреляйте по дальних оружейниках. В чем проблема? Мага прыгнули, убили. Оружейника тоже добили. А, оружейники не тут, хорошо. Дальние. Прыгнули все обратно. Пушки, не вижу дамага по оружейникам дальним. О, пошел. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Мага, готовимся. Прыгнули, убили мага. И оружейников дальних. Даже бой на кораблях приходится анонсить, это уже... Но он долгий, не то что за одного мага убить корабли. Люди не все назад вернулись. Три оружейника стоят, рейд расстреливают, ну что? РДД убили, блядь, раздотали нахуй всех оружейников. Убили мага. Прыгнули. РДДшники, почему оружейник не ложатся? Оружейников добьете потом. Ну, оружейников берса пошла. Оружейников добили, вернулись обратно. Слушай, ну два РДД тупо не могут ложить четырех РДД и еще прыгать. У нас не два РДД. ШП, сова. Так, кто еще, блин? В принципе, два. Готовимся, последний маг будет. Мага прыгнули, убили. Оружейников дальних оставили, ближних будем добивать.
Прыгните все назад сразу после мага и добьете пушки. Пушки добивайте. Ребай свою эту трешину. Всех подлагало? Нет. Что такое хули пристал? Или добьете что ли? Добили, блин. А я там не вылетел? Нет, не вылет. Тут, походу, на профа полрейда придется менять, нах. На, хер тебя не щит, да? Кольцо танка скрывает. А что там упало, кстати? Кольцо на танка нужно кому-нибудь. Я вот смотрю, нужно ли оно мне. Ну тут сакет есть. 108. Ты говори, нужно, нет. Я открою. Не, бля. Не, не надо. Менять, по-моему. А топор кому-то нужен? Одноручный. Ну, ДК нужен. Зайдет тогда. Забираем. Фросту. Так ты мейн спек идешь, ДД, так что сразу ролишь. Кто вылетел? Фолст вылетел, сейчас. Давай, забегаем, берем рыбу, бафаемся. Кто еще не бафнет? Ты топор сразу одевай, ДПС хоть больше будет. Блять, был бы лок, даже слетал бы за чарю. Ну ДК своя чарка. Я знаю, да, слетал бы сразу, через портал. Ну да. Что с рука слетает? Чекай. Все тут?